настоящее чудище. Она ведет охоту по ночам. Обыкновенная песчаная акула. Южная Африка. У рифа водятся сотни акул. Но песчаная акула правит бал. Это логово гигантов, чья длина почти вдвое превышает человеческий рост. В отличие от белых акул, этому виду не обязательно двигаться, чтобы дышать. Оставаясь на дне, они активно фильтруют воду жабрами. При кажущейся медлительности они действуют молниеносно. У белых акул зубы режут, а у песчаных рвут на куски. Пришло время охоты. Песчаные акулы преследуют жертву на мелководье. Эта самка получила раны при спаривании и сильно проголодалась. Остроконечными зубами она вонзается в жертву. Ее глаза слишком малы, поэтому она полагается на электромагнитные сигналы. Под черными точками на морде находится желеобразное вещество, которое улавливает импульсы от других рыб. Засечь сердцебиение ей не составит труда. Плоские рыбы, типа камбалы или палтуса, почти незаметны. Но только не для этой акулы.